поясницу. Народ, небось, не фрая, тотчас галдит о судном дне. Град выпал, бегут ушки сновицу. Сломалась водокачка, готовится к войне. Ай, скучно, скучно мне. Преуспели бы, ай, скучно, скучно мне. Ужо я напялю на запястье, да к низу циферблата, часы да со стрелой золотой, и сяду проветриться в ненастье в любимый мой автобус 66-й. Ай, скучно мне. Пускай там в смятении и давке попутчик-ветеран мне заедет костылем меж глаз. Господь с ним, он даром что в отставке, а маршал очевидный, пожалуй, промолчу. Ай, маршал, скучно мне. 666-й раз спросить, зачем на свете ничем я до сих пор не стал. Марсель Пруст, а также Анатоль Франс, про это сочинили, небось, по тысяче томов.